Ставрополь. Общежитие по адресу Бруснева 4. Здесь сейчас идут ремонтные работы. Кстати, жители дома по-прежнему настаивают на том, чтобы это здание было признано аварийным. В феврале здесь появился пролом в стене дома. Как мы видим, часть здания уже ремонтируют, в остальной здесь она расселена. А с той стороны здания можно видеть, как по-прежнему еще живут люди. Кстати, сегодня город-администрация объявила о том, что будут отремонтированы не только фасад здания, не только поменяют коммуникации и подлатают кровлю, но и отремонтируют общественные места в этом доме.